Зять кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа имеет белорусско-еврейские корни. Джаред Кушнер рассказал в статье, опубликованной в издании New York Observer, что он прямой потомок белорусских партизан, которые были родом из Новогрудка Гродненской области. Кушнер вспоминает страшные времена Второй мировой, с которыми столкнулись его родные, и подчеркивает, семейная память дает ему возможность понимать различия между реальным антисемитизмом и клеветой политических оппонентов. Зять миллиардера уверен, что Дональд Трамп не расист и не антисемит.